Евгений, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о компании, которую вы сегодня представляете. Здравствуйте, да. Мы сегодня представляем компанию rickmarkets.ru. Мы товарный агрегатор, и мы впервые участвуем на этой выставке. Решили в этом году выставиться, вот, чтобы найти, ну, во-первых, это узнаваемость бренда и найти новые деловые партнерские соглашения как наших новых клиентов, так и какое-то развитие партнерской программы. Как вы считаете, в чем ваше конкурентное преимущество? Ну, безусловно, я могу сказать так, что у нас невысокая стоимость клика, и мы довольно-таки эффективный инструмент для привлечения новых пользователей для интернет-магазинов. То есть низкая стоимость клика, высокий показатель конверсии. Ну, согласитесь, что ритейл сейчас развивается очень стремительно. Как вы считаете, к чему мы придем, какие перспективы? Ну, к чему мы придем, довольно сложно сказать. Конечно же, ритейл, динамика очень большая такая, да, роста. И это на самом деле очень такой перспективный вообще такой сегмент развития рынка. Собственно, к чему придем? Ну, здесь, наверное, надо вернуться к этому вопросу года через 3-4. И пока что тенденции хорошие, и сегодня все, каждый уже первый, второй открывают интернет-магазины. Это динамично развивается вообще весь этот рынок, и я думаю, что перспективы хорошие. А можете ли вы обозначить проблемы наиболее острые, с которыми сегодня сталкиваются игроки интернет-коммерции? Проблемы, ну, здесь, если говорить в целом, то, наверное, о российском рынке. Ну, на российском рынке, наверное, такая проблема, что сегодня интернет-магазину практически, наверное, уже, ну, очень сложно, может, даже где-то нереально кому-то добиться высоких позиций поисковых выдачи, потому что все заполнено товарными агрегаторами и разными маркетплейсами, такими монстрами. И вот, ну, я, наверное, считаю, что это, наверное, какая-то некая проблема у нас именно в России. Спасибо вам огромное, вам успехов в делах. Спасибо вам большое, вам тоже. Ecom Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С.